Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы открылись в зеленой зоне. Сегодня открывает свою работу Международный Санкт-Петербургский экономический форум. Мы ждем оттуда позитивных новостей. Предполагаем, что сегодня рост на фондовом рынке усилится. Нефтяные котировки незначительно снижаются. Соответственно, рубль возобновил ослабление по отношению к доллару и евро. А на наш взгляд, здесь это связано не только с ценами на нефть, но и с технической такой небольшой коррекцией. Сегодня пара евро-рубль будет стремиться к отметке 61-62, а пара доллар-рубль к отметке 54.